Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре проект InScoin, а вернее вторая его часть, где мы сегодня поговорим о преимуществах данного проекта. Ну, также затронем тему токен сейла, об обозначении токенов, на какой цепочке они будут работать, на каком блокчейне, и подведем краткий итог разбора данного проекта. Что касается преимуществ. Одно из главных преимуществ проекта – это надежность. При заключении смарт-контракта пользователь и агент обговаривают все условия получения страхового полиса. И таким образом избегается возможность ошибок и неточностей. И это резко повышает надежность осуществления сделки. Второй аспект – это полная децентрализация платформы. Страховые компании начнут функционировать сразу в нескольких локациях, и на данный момент предполагается 3 страны, что позволяет действовать в разных юрисдикциях. Это означает, что в любом случае и любых поправках на законодательном уровне никто не сможет вносить изменения в принципы работы, либо иными способами фальсифицировать или аннулировать заключенные полиса для клиентов. Третий момент – это использование смарт-контрактов. Благодаря ним проект исключает возможность получения или заключения поддельных или фальшивых полисов страхования. Четвертый момент – это отсутствие задержек платежей. Если пользователь попадает под страховой случай, компенсацию он получает моментально на свой личный счет. Что касается команды проекта, то данный проект обладает надежной и опытной командой, которая открыто предоставляет доступ к своим профилям на сайте LinkedIn. Открытость команды можно отнести к одному из заголовков успехов проводимого ICO. К тому же проект обладает 4 адвайзерами, что говорит о минимизации возможных ошибок в проекте. Дорожная карта InScoin обладает довольно информативным планом действий, которые предоставлены на самом сайте. И после проведения продаж и выхода на криптовалютные биржи, команда в третьем квартале текущего года планирует запуск выдачи лицензий. В четвертом квартале будет создана собственная платформа, и она позволит получить доступ к своим полисам. Более того, команда будет продолжать развивать и делать доступнее получение смарт-контрактов своим пользователям. Разработчики уже успешно прошли сертификацию как страховая платформа, что в очередной раз подчеркивает надежность. Также проект подготовил бизнес-план и заключил партнерство с более чем, вдумайтесь, 300 страховыми компаниями. В заключение хотелось бы сказать, что данный проект InScoin становится первым проектом, который связывает страховые услуги и блокчейн-технологии. Технологии используются для создания надежной и продвинутой платформы, которые отлично защищают конфиденциальную информацию и отлично подтверждают подлинность выданных сертификатов. Также отлично смотрится такая особенность, как смарт-контракты. Таким образом, клиент и агент связаны напрямую, и при наступлении страхового случая агент напрямую будет решать сложившуюся ситуацию. Также стоит отметить, что по условиям смарт-контракта блокчейн легко рассматривает страховой случай без лояльности какой-либо стороне, и все происходит честно и надежно. На этом у меня все. Вся информация, которую я вам хотел выдать, я ее выдал. Для тех, кто не смотрел первую часть данного обзора, обязательно переходите по ней, чтобы лучше понимать суть данного проекта. А мы уже с вами увидимся в следующих обзорах. Ребят, всем пока!